Знаешь, какая любовь самая большая в мире? Любовь матери к своему ребенку. И любовь ее ребенка в ответ. Когда вы заметили это уплотнение? 2 месяца назад. Это плохо, да? Не обязательно. Это ваша дочь? Она скоро ей будет. Как было бы здорово взять сына и поехать в Сибирь, чтобы найти ему сестру. Что с тобой? Ты заболела? У меня рак груди. Не бойся. Во что я верю? В жизнь. Это единственное, что у нас есть. Я бы отдал жизнь, чтобы спасти тебя. Кто скажет это моему сыну? Нет! С Богом. Давай, давай. Мама Артура, Наташа, я люблю вас. Я люблю тебя, Наташа. Поэтому мы еще живы. Но в одном я точно уверен. Душа не умирает по рукам.